оттуда все. Сплошной абсцесс, гниет все. Про клещей я молчу. Только вот этих больших, которых я называю виноградины, их штук где-то около 100. Покажи вот. Вот клещ. Вот винограды стоят, висят. Вот здесь. Они везде, друзья, везде. Страшно просто количество. Кошмарно. Собачки еле живая. Еле-еле ходят. Ну, тут понятно. Тут пироплазмоз явный. 100%. Тут истощение. Я их прям сразу обрабатываю. Просто потому что они ему как-то так. Тихо-тихо. Лежи. Лежи, собачка, лежи. То ли от клещей сначала обрабатывать. Местами прямо матка со своими детенышами, или как их там правильно называется. Кошмар, полностью кошмар. Куда не сунешься, холодно. О, вообще. Ой, здесь. Ой, один. Холмс, надо. Мы ее сейчас все зальем. Сначала давай рано обработаем. Мешает он. Дырка просто. Она сквозная, она гниется. Вот эта вся область гниет просто. Ой, блин, какой ужас, а кошмар просто. Реально собачка. Дома же, потому что будешь терпеть. Тихо. Даже не знаю, за что браться начинать. Так, ты мне нужен, что брать. Друзья!